Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Ну а я сегодня снова с шаблончиками к вам. Будем делать вот такую вот красоту. Шаблончик называется «Ажурный бант Микки». И как обычно, все необходимые детали нужно перенести на материал. Для этого бантика я использую фоамиран 2 миллиметра. Также глиттерный кожзам. Обязательно полейте кожзам зажигалкой. И крупный глиттер, также кожзам, очень хорошего качества. Также опаливаем его. И также использую фоамиран. Берем фетр, наклеиваем на него хвостик фоамирана. Наклеиваю обычным клеем, горячим. Вырезаем, обязательно опаливаем края. Собираем наши детали. Ну, теперь собираем наш бантик. Бантик я прикрепляю на резиночку. И также не забываем про поясок, для того, чтобы закрепить нашу резинку. И последняя деталь, это, конечно же, Микки, изюминка этого бантика. Вот такие красивые бантики у нас с вами получились. Они выходят у нас 10 сантиметров. За шаблончиками вы можете заходить в магазинчик Селенточки Бай и также за материалом. Ссылочку я оставлю внизу видео. Кстати, насчет шаблончики. Такие шаблоны, и вы живете в Украине или в России, не беда. Этот магазинчик также может отправить шаблончики и вам. Ну, а я желаю вам, как всегда, самого доброго. Всем пока-пока!